Горехвостка чернушка. Мелкая певчая птица из семейства мухоловковых, распространенная в Европе и Центральной Азии. Несколько меньше воробья, выделяется прежде всего темным оперением большей части тела и ржавчато-оранжевым хвостом. Может зависать в воздухе подобно колибри. Некогда обитательница исключительно высокогорья, начиная примерно с середины 17 века, часто селится далеко за пределами первоначального природного ареала, в том числе и рядом с жильем человека. На территории России изолированы друг от друга области распространения, горные районы Южной Сибири, Большого Кавказа, а также равнины западноевропейской части, где птица начала гнездиться относительно недавно. Питается в основном мелкими беспозвоночными, которых ловят на земле и на лету, а также их личинками и ягодами. В дикой природе гнездится в горах, в скалистых нишах, на уступах обрывов, на склонах с россыпью гальки. В населенных пунктах отдает предпочтение промышленным и строительным зонам, открытым местностям с отдельными постройками вроде заводских труб или куполов церквей. На том же крыльце, что и на Новый год, да? Все, выходи.